В 2016 году из единого госэкзамена по истории уберут тестовую часть, но в то же время выпускникам придется писать историческое мини-сочинение. О необходимости введения эссе в экзамен ранее говорили в Ассоциации учителей истории и обществознания. Такое нововведение должно повысить качество преподавания. И сейчас на прямой связи с нашей студией заместитель директора Федерального института педагогических измерений Ольга Котова. Ольга Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, ну, если вот так вот рассуждать, то с тестами по истории более-менее понятно даты, события, то с написанием эссе не очень. Как это будет выглядеть? Ну, написание эссе для истории, в общем-то, совершенно естественное действие. Наверное, каждый из нас по своей школьной практике помнит, что мы и устно рассказывали об основных событиях какого-то периода, называли выдающихся деятелей истории, характеризовали их вклад в события, в процессы, в развитие нашей страны в этот период. Такие же совершенно традиционные привычные задания – это письменные исторические сочинения. Но вряд ли мы найдем в нашей стране хотя бы одного учителя истории, который никогда такое сочинение в классе не проводил. И в едином государственном экзамене появление полноценного вот такого вот исторического мини-сочинения – это и необходимый шаг, и это шаг, к которому мы достаточно долго готовились и шли. С 2012 года в экзамен по истории было включено небольшое сочинение, эссе об историческом деятеле каком-либо. Необходимо было охарактеризовать его вклад в историю. И совершенно естественно, что за последние годы, когда мы видим положительную динамику в написании этого задания выпускниками, мы более расширили вот эту вот характеристику. И сейчас у нас уже такое достаточно полноценное сочинение по конкретному историческому периоду. А то задание, которое было раньше, оно, естественно, вошло внутрь вот этого нового задания. Ну, то есть... Так что сказать, что это какая-то необыкновенная новизна, мы, наверное, не можем. Это естественное развитие того задания, которое было, и приближение его к традициям школьного обучения. Ольга Алексеевна, такой вопрос. То есть получается, что когда будут проверять работу, будут смотреть на содержание, на те факты, которые там изложены, понятно, что на логику изложения, а грамматика будет играть роль в этом сочинении? В этом сочинении грамматика не оценивается. Ну вот есть достаточно такая вот серьезная нормативная установка, связанная с тем, что ошибки орфографические, пунктуационные, они являются основанием для снижения балла за экзамен по русскому языку и литературе. А на экзаменах по остальным предметам, конечно, эксперты обращают внимание на грамотность, но балл за это не снижается. Ольга Алексеевна, как в связи с этим будет меняться методика преподавания истории, подготовки к ЕГЭ по истории? В методике преподавания истории идет достаточно серьезное внедрение идей историко-культурного стандарта, связанных и с усилением внимания к аналитической деятельности, к тому, чтобы школьники на уроках анализировали факты, выявляли различные связи, давали оценки, относились к оценкам различных событий, даваемых историками, современниками. То есть вот этот вот аналитический компонент в преподавании, он естественным образом должен расширяться. И последний вопрос, который, наверное, волнует родителей выпускников в этом году, одиннадцатиклассников. Вот такой экзамен, такой ЕГЭ, он уже будет введен в этом учебном году или все-таки со следующего начнем по-другому сдавать единый государственный экзамен по истории? Такой измененный экзамен предполагается ввести в этом году, и 21 августа на сайте Федерального института педагогических измерений был опубликован для обсуждения проект демонстрационного варианта, и, соответственно, иные документы уже со всеми изменениями и нововведениями, которые, опять же, я бы сказала и обратила на это внимание, не носят какого-то революционного характера. Это эволюционная
поступательное развитие, о котором мы и предупреждали заранее, и на протяжении ряда лет обсуждали его в различных учительских аудиториях. Поэтому ни о какой революции речь не идет. И понятно, что эти изменения будут обеспечены рекомендациями для учителей, они опубликованы, и различными пособиями, которые тоже выходят, и заданиями открытого банка. Огромное спасибо за ваши комментарии. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией была заместитель директора Федерального института педагогических измерений Ольга Котова.